40 лет назад в Новочеркасске произошло знаковое событие. Одной из улиц было присвоено имя Георгия Александровича Бердичевского, возглавлявшего НЭВС с 1965 по 1978 год. НЭВЗом при нем завод вышел на мировой уровень, получил статус флагмана отечественного электровозостроения. Государство высоко оценило труд электровозостроителей и личный вклад Георгия Александровича высокими наградами. НЭВЗ превратился в передовое предприятие, отличающееся высокой культурой производства, новаторским подходом к решению экономических, технических, социальных проблем заводской жизни.